пистолет. Я думала, не так работает. Подойдешь. Переулки этого богом забытого города насквозь пропитаны кровью. Куда ни пойди, везде воры, мошенники, убийцы. Вот сейчас я слышал звук выстрела. Видимо, где-то произошло преступление. Очередная светлая душа канула в небытие. Выкинута. Я слышал выстрел. Где-то произошло преступление. И протерли свои. Где же труп? Продажные чиновники. Ага, ты убийца! Ха-ха, у меня нет суперсил, но есть эти крошечки. У меня есть суперсила. Я могу делать так, чтобы мои мысли было слышно в зале. Ты носишь длинный черный плащ, странную маску и перчатки. Не выглядишь ли подозрительно, тряпный убийца. Что? Похоже, он мертв. Лучше говори через мысли. Я слышал выстрелы. Что же здесь произошло? Что? Убийство! Из него торчит нож. Он держит в руках сигарету. Я понял, что здесь произошло. Убиенный спокойно возвращался домой после тяжелого дня. Сзади на него напал преступник. Показал фотографию голого джигурды. Пострадавший схватился за поврежденные глаза. Начал отходить назад. И в это время случайно встал на пути у ножа, который бросил китайский профессиональный метатель кинжала в камеру. Жертва делает пару шагов назад и падает в этом месте. Закуривает сигарету и из последних сил вызывает скорую, но в ожидании скорой умирает от рака легких. Судя по всему, смерть была мучительной. Эй, ты куда пошел? Погоди, я знаю, куда он пошел. Судя по пятну у него на воротнике, страж порядка удалился на поиски принцессы в ближайшем тапке. Окей, как скажете. Погоди-ка. Что? По-моему, мы ошиблись с нашей версией. Присмотрись внимательнее. Точно, нож не мог кинуть левша. Buenas noches, muchachos. Ага, это тот самый китаец, как и метатель ножей. Погоди, я знаю китайский. Спрошу у него, не видел ли он чего-нибудь подозрительного. Чин-дан. Си, сеньор, ми густо де сомбреро, тако-тако-тако, буррито. Он ничего не видел, зато я все понял. Убиенный спокойно возвращался с завода по производству ножей, где ему выдали зарплату продукции прямо в тело. А ты уверен, что все именно так и было? Может, его проткнули не один раз? А может, его вообще убили сзади? Хватит издеваться над трупом! Ха-ха, как вы чтите этот наряд? Бога, щекотливые усишки! Это не стоит тех 8 баксов с крепки, использованной зубочистки дискошара, который ты мне обещал за то, что я притворюсь трупом! Все, лавочка, закрыта!